وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سواش زناشت برات دين دينجي، دينجي، ليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على ملا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Что касается, работает брат в как, каком-то компании? Нефтяником. Нефтяником. И эта компания дает каждый праздник. Какие праздники? На День Нефтяника деньги дают. А на День Нефтяника дают деньги? Ну пусть берет. Если он там работает, там добавка еще что-то платят, ничего, можно взять. Значит, есть один брат, который ходил на коллективную молитву, а после этого он оставил коллективную молитву. Каково, каково его положение? Конечно, если есть возможность, что него раньше шел, сейчас не дает, это не хорошее дело. Это не хороший поступок. Пророк, саллаху, алейкум, говорил, не будь, одного назвал и не, сказал, не будь, как он. Он раньше делал кияму лейль, ночные намазы, а сейчас оставил. Поэтому, кто хейр делает, потом оставляет, это не хорошее дело. Пророк, саллаху, сказал, «Не, не надо быть таким. Делай хоть мало, но постоянно. Есть люди, которые вдруг начинаются, там, как говорят, там, иман что-то сильный стал сейчас, начинают читать, там, кияму Лейль, там, читают Коран, и, ну, на, на день, на два, на три, на неделю, на месяц, потом опять расслабляется. Так нельзя, надо постоянно. Для этого есть свои условия. Конечно, первое, два, потом делай чтобы делать постоянные. Делай, сколько ты можешь, сколько ты сможешь в день. Не надо грузить себя какой-то день, а какие-то день, оставить все. А да. хадис... тем более, если дямат, намаз если тем более, если он живет около мечи, да и слышит азан, это вообще. Потому что э, Хокум или Месяйль различается различается от кого-то, да, кому-то различается, мусульман насчет идти мечей там приходить мечи, те, которые э, около мечи живут, слышат азам близко, различается от тех, которые э, они живут далеко, не слышат, даже слышат, но далеко все равно. Ты можешь слышать азан сегодня э, в соседнем селе, например. Но между ними там где-то 10-15 километров. Различается от ситуации. Да. Достоверен ли Хадис о том, что впереди дни терпения, и кто будет держаться истины, тот будет получать, значит, награду 50 сподвижников? Ну, конечно. Конечно. Знаете, каждое время различается от другого. Не одинаково. Даже если возьмем время Абубакра Радилланьху, он различался время Пророка Салалалайсаля. Время Омара различался от Абубакра времени. Время Османа различался от времени Бак Омара. И время Али различался от времени Османа. И так идет. Конечно, различается время. И бывают моменты, места, когда Сунну поддержать со Сунну жить сунны трудно сейчас сегодня есть места даже на мазе амин вслух сказать проблема. проблема но это сунна. братья соблюдают кто как может кто сколько может ну конечно надо соблюдать обстановку и так далее или в других местах сегодня говорит что нельзя там идти там зиара, пир, там кладбище, которое делается, могилы, которые э, именно э, нацелены на э, сторону людей, чтобы всегда как э, зиара делает там тавав делает, там режет баранов, там просит его или через него Аллах дуа делает. Это все, это нельзя. Это. Это не ислам. Пророк, саллаллаху против был таких поступок. Когда пророк, саллаллаху алейкум, Аллах, отправил его, вот эта эти, эти, эти тема все будет там. Поэтому, конечно, есть времена, которые, есть места, которые сунну, держаться в сунне тяжело, конечно, конечно у них аджр большой, чем тех, которые у них легко там. Да. Значит, муж в гневе поставил условия жене, если выйдешь на улицу, значит, побрызгав на себя духи, то будет таляк. Но спустя время пожалел об этом условии. Если жена по забывчивости нарушает его условия, будет ли действительно таляк в таком случае? Вы знаете, насчет талака это немножко надо осторожно быть. Не надо там кидать слова «талак», если так будет «талак». Немножко это надо иметь ответственность, потому что может считаться это «талаком». Не так, что я шутил, или разве другого слова нету, кроме «талака». Скажи, что если я это, видишь, я тебе не делаю, свой хак. Это тоже большой грех. А талак, не надо так, не надо, потому что может это считаться. Поэтому соблюдайте слова, которые подумайте хорошо, потом говорите, так будет лучше. Да. Использовали деньги сирот, но потом вернул в два раза больше. Примется ли покаяние? А, использовал, потом покаялся, потом вернул эти деньги. Wow. Альхамдулля. Два раза больше, альхамдулля. Самое главное, что будет правильно покаяние. Если покаяние, после покаяния ты прав, ты да, изменился, альхамдулина. Да. Значит, вопрос такой, что мы знаем, что большой грех, как убийство человека, не выводит мусульманина из ислама. А как нам совместить с хадисом, в котором говорится, кто убьет неверующего, которому разрешено находиться в мусульманской в стране тот даже не почувствует запах рая. Да, который запах рая чувствуется 40 лет дороги, имеется в виду расстояние. расстояние. Это такие хадисы, братья, это, говорится, мибабы, таргиб. И они пугать. Конечно, мы знаем, что муслим все равно, если он считается ахлил кибля он все равно выйдет из ада в конце. Он все равно выйдет из ада. Эти хадисы, это хадисы, это пугает. Пугает, это хадисы, э, не только пугает, это хадис указывает, как э, это большой грех. Как, например, Пророк, саллиллассалям, сказал, кто себя убьет, кто себя убьет, например, повесит, убьет, он никогда не зайдет в рай. Никогда. Или он зайдет в Ад, всегда, всегда будет навсегда. Но если, здесь уходит вопрос, если он мусульманин, считается, ахля кибля считается, тогда как это возместить? Потому что есть э, другие хадисы, которые, хадисы шафа, а, хадисы шафа, а, которые указывают, что Аллах Суфантара вытащит из Ада тех, которые у них как э, очень зерно. как зерно. Горчичное зерно даже меньше меньше у них имам в сердце поэтому поэтому надо если так одно берешь то, конечно может не быть но когда надо соединить все доводы надо соединить тогда выйдет правильная позиция а так только взять это и не смотреть другие доводы, тогда, конечно, человек попадает в сомнения. Человек уходит в мнение. Если мы соединим хадис и шафа, а, будет все ясно. Это просто пугает, указывает, что это какой большой грех. Потому что убивать надо один вещь знать. Надо один вещь знать. Например, Аллах запретил му'мину Зулем делать. Зулем. Но это не значит, что кафиру можно зулем сделать. Это не, это не значит. кафиры тоже зулем. Харам. Но мы им, му, 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 мусульманину зулем еще больше. Например, шариат запретил врать мусульманину. Но это не значит, что не мусульманину можно врать. Это не значит. Ему тоже нельзя врать. Понятно? Ему тоже нельзя врать. Просто мусульманину еще больше грех будет. Религия, когда говорит, это всем касается. В общем, всем касается. Понятно? Например, Аллах запретил пить водку или спиртное любое. Мало или Много это харам. Но это касается, этот хоком касается всем. Даже кафирам. Потому что это шария всем прошел, для всех. Например, один сегодня выйдет и скажет, да, я, например, в таком месте живу, там не мусульмане, я продаю водку. Но я мусульманин, я продаю водку. А почему продаешь? Водка же харам. Даже продать харам, даже если ты не пьешь, продаешь, это харам. Говорит, они же не мусульмане. Им можно. Не, запрет всем касается одинаково. Запрет всем. Ты не можешь мусульманам не продать, а это можно не мусульманам продать. Это так нету. Шария всем касается. На, да. Есть ли у ангела выбор, как у человека? О, они, они, они подчиняются Аллаху. как Аллах Субхану умарун, они делают что, что им приказано, все. Да. Было время намаза, а сестра была во дворе. Когда она зашла домой, у нее, значит, хай случился. Что ей теперь нужно делать? Ничего. Хайс. Все, пусть ждет, когда очистится, гусуль возьмет, все, сделает намазы. Вот этот намаз это будет Это когда? спорный вопрос. Это спорный вопрос. Аллах Али. да. Если ученые говорят, это делает намаз Да, Аллах Али. Значит, можно ли получать деньги от государства В день независимости республики, Если я посчитаю репрессированным По закону государства Ну если дают, возьми Конечно Если это твой хак Они тебе Твоему народу Зульм сделали я за это деньги дают, возьми. Лекции каких шейхов легче для, на слух для начинающих арабский язык? Знаете, не могу сказать точно. Не могу. Просто изучайте арабский язык, все. Изучайте. Надо серьезно подойти эту тему. Надо серьезно подойти. Арабский, если будешь изучать, надо серьезно. Чтобы учитель был, каждый день повторил. И какой-то, если уровень, альхамдал, достигнешь, уже потихоньку э, начнешь понимать. Но уроки пока слышат, может, рано. Это зависит от какой ты стадии уже, какой книги ты. Но, но, Коран всегда почитай. Параллельно, когда арабский изучаешь, будешь читать, когда Коран, это слова увидишь там ты, многие слова. Или, например, хадисы начинай читать. Там ты увидишь эти слова. Самый хороший первый поступок вот это. Параллельно изучаешь когда и параллельно читаем чтение Корана и хадисов. И ты там увидишь уже, да. Особенно Коран. Сестра спрашивает, нарушает ли чужая слюна пост? Не, не нарушает, не. Не нарушает. Брат спрашивает насчет ислама в Азербайджане. Значит, арабы убивали тех, кто не принимал ислам? Вы знаете, арабы не мусульмане. Не надо сказать арабы. Потому что эта религия не для арабов. Это религия для всех. Это раз. Второе, второе. Мы, когда приняли ислам это в седьмом веке, примерно, э, мы приняли без боя. Без боя. И многие мусульманские страны, которые сейчас, приняли без боя. Это второе. Третье, когда мусульмане шли, они не варвары, что э, э, так, все это... спали, нападание нападали и все, там убивали и так далее, и так далее, как варвары. Нет. Они пр первым предлагали ислам. Если не примете, тогда будете дать каждый э, год джизя Налог как? Похоже на налог. Если не будете, от этого тоже отказывайтесь. Тогда война. И многие страны и так приняли ислам. Или не приняли, но давали джизю и оставались своей религии Мусульмане их за это ничего не делали. Иногда даже защищали их, если кто нападал на них. Поэтому сказать, что арабы, это, это ошибка большая. Не надо ставить вопрос так, что арабы, это не арабы, это мусульмане. Это не зависит, арабы или другой, или другой, это религия не для арабов. Это для всех пришел. Да. Вот дополнение к вопросу. Здесь еще вопрос брат спрашивает. Есть некоторые азербайджанцы, которые говорят, что ислам пришел к ним с мечом. Их якобы заставляли принимать ислам. Да. Мечом. Ислам нет. Шиизм. Если историю посмотреть, в 16 веке там один был Исмаэль, ну Назвали себя шахом. Э, сефевиты. 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 Они, да, они шиизм распространяли мечом, да. Они убивали много и убили много. Убили, колечивали. Они ужас творили. Ужас. Да. Это не ислам. Это просто шиизм распространялся, распространялся мечом. А ислам не распространялся мечом. Ислам распространялся даватом. Понятно? جزاك الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته